государственном концертном зале «Башкортостан» состоялась презентация нового рояля прославленной фирмы «Steinway & Sons». Специально для этого в Уфу приехал известный пианист Денис Мацуев, первым продемонстрировав возможности инструмента. Наконец-то, после долгого перерыва я сюда приехал. Гастроли по России я уже много раз об этом заявляю. Они приоритетные, они для меня самые важные, самые главные. Я не первый раз играю на двух инструментах, потому что право первой ночи для меня это большая честь. Но в тот же момент огромная ответственность, потому что играть на новом инструменте очень сложно, потому что звук еще спит. Его нужно будить, нужно находить контакт. Сегодня мне хотелось, чтобы вручить сертификат концертному залу Башкортостана, потому что всегда, когда стоят концерты рояля Steinway, это говорит о зале международного уровня, международного статуса. Это грандиозное событие, это давнишняя мечта и музыкантов, и жителей нашей республики. Выступал Денис Леонидович Мацуев. Сегодня мы слышали прекрасную игру Амины Евнеевны, министра культуры. Оркестр замечательно играл. Конечно, роялем довольны. И об этом тоже говорил Денис Мацуев после концерта. Он сказал, что замечательная акустика, замечательный рояль. Сидишь, играешь, как в Америке, только публика еще лучше. То есть он был в полном восторге. Несомненно, это уже совершенно другой уровень. Подобных залов у нас в республике не было. Во-первых, сам зал. Во-вторых, то, что вот у нас оснащен инструментами премиум-класса, это говорит о многом. И это уже обязывает, наверное, музыкантов, нас, музыкантов, к более такой высокой планке. И, конечно, к нам будут приезжать уже ведущие музыканты мирового уровня. Я очень уважаю его как музыканта. Я с первого класса, как только я его узнал, сразу полюбил его исполнительский стиль, его интерпретации. Многих произведений мне очень близки. Но я могу сказать, что инструмент, несомненно, замечательный. Это говорит само название фирмы Steinway. Сбалансированное звучание разных различных регистров. И сам тембр звука. И я так понял, что на нем удобно играть пианистом. Вот, и Денис Мацуев на пресс-конференции тоже отзывался о зале и вообще о рояле достаточно хорошо. И акустика зала сама превосходная. Вот. Поэтому я очень рад, что у нас в Уфе теперь есть такой зал и такие инструменты. Инструмент прекрасный. Это Steinway отвечает своим мировым каким-то качеством. Вот, изумительный пиано, такой летящий, красивая форта, объемная. Красиво звучит рояль.